композиторами Казахстана за последние годы написано 18 балетов, и ни один из них, увы, так и не был поставлен на сцене. Проблемы композиторского искусства обсудили сегодня на международной научно-практической конференции. Помимо гостей из соседних регионов, в Алматы приехали представители Азербайджана и Башкортостана. Мероприятие посвящено 25-летию независимости страны. То есть идет какая-то эволюция вообще и музыкальной культуры. Она меняет свои формы, понимаете? То есть она даже смысл может поменять. И на самом деле композиторы, они как дети, понимаете? То есть они творят, да, мешают немножко, да? Они творят, но если творческий человек находится в такой неблагоприятной обстановке, да, ему, конечно, сложно, и это даже может закончиться тем, что он просто не будет ничего делать, понимаете? Вот поэтому вот эти вот мероприятия очень важны для нас, потому что они как бы нас поддерживают. Написанные за последние годы оперы, балеты, симфонические сочинения можно пересчитать по пальцам. Скромные цифры привела председатель Общества союза композиторов Казахстана Балнур Кадырбек. Есть и позитивные моменты. По ее словам, в стране удалось сохранить академизм казахстанской композиторской школы, выработать свой путь развития искусства. Принадлежность, этномузыка, она как бы лицо каждой нации. Но вот зародившиеся в 20 веке вот эти композиторские школы, они полным правом считаются такими же полноправными, как говорится, субъектами, объектами, значит, музыкальной культуры каждой страны. Благодаря усилиям композиторов, которые, понимаете, хотят пропагандировать свою музыку, хотят заниматься творчеством, быть востребованными, живет композиторская мысль, которая была очень востребована, очень развита в советское время. И тем более очень приятно вот, получить приглашение из Союза композиторов Казахстана.